Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня делюсь вкусным ужином, который готовится очень легко, очень просто. Я уверен, многим понравится. Так что кидайте сразу в копилочку и начинаем готовить. Погнали! Сначала беру помидоры и начинаем их нарезать как можно помельче. Помидоры у меня уже домашние. Очень вкусные, ароматные, сладкие. Нарезаю вот примерно небольшими кубиками. Взял форму и отправляем в форму пельменей. Взял 600 грамм пельменей и отправляем пельменям помидоры. Слегка перчу и слегка присолим. Теперь все это перемешиваем. Теперь нам понадобится 4 ложки сметаны. Сметана у меня густая, разбавляю водой. Воды понадобится где-то грамм 20. Хорошенечко перемешиваю до однородности. Также нам понадобится 2 яйца куриных. Также хорошенечко солю и слегка приперчу. И снова перемешиваю. И заливаю пельмени. Можно слегка перемешать. Все, отправляем в духовку. Выпекать буду при температуре 200 градусов ровно 25-30 минут. Пока горячее, присыпаю сыром. И не отправляю в духовку, а просто оставляю еще буквально на 5 минут. Сыр от того, что пельмешки наши горячие, сейчас начнет сам плавиться. Такие пельмешки очень сочные. Те, которые попали сверху, будут хрустящие. Помидорка просто бомба. Обязательно приготовлению, друзья. Такое блюдо хочется готовить один раз, но каждый день. Очень вкусно, ароматно и очень просто. Пробуем. Такие пельмешки на самом деле хочется готовить каждый день. Друзья, пробуйте, делитесь с друзьями, комментируйте. Не забываем подписываться. Я с вами прощаюсь ненадолго, до следующего видео. Всем пока.